Всем здоров, братва, на связи, как всегда, я, Малфой. И это первая серия «Пути бомжа» на Хасл Онлайн. Думаю, все уже в курсе, что наши пути с Блэк Рашей разошлись, и я принял решение, помимо Аризонки, играть еще на Хасл Онлайн. Это КРМП Мобайл, где можно играть как и с айфона, так и с андроида. Скачать игру можно по первой ссылке в описании. Ну и начнем мы развиваться именно на 17 сервере, где моя главная цель – стать одним из самых богатых игроков. Первое и самое главное – в начале игры ввести топовый промокод. Выбираем 11 пункт и вписываем хэштег Малфой. Упася, я получу 70 тысяч после 7 часов игры на сервере. Насколько я знаю, это один из самых лучших промокодов на данный момент. На спавне нас встречает квестовый персонаж, и здесь мы видим первое задание. Что может быть проще, чем просто перекусить бесплатно едой? Я тоже так подумал и начал бегать туда-сюда по вокзалу. И в конце концов решил спросить у хелперов сервера. Ответили мне довольно-таки быстро, но исправился я без их помощи. Как я мог не заметить вот такую вот огромную надпись? Во втором задании нас посылают на одну из трех доступных работ. Поэтому берем в аренду скутер, разбираемся, как его там завести, и теперь осталось проложить маршрут. Все готово, можно ехать по серверу и любоваться такой красотой. Как вы уже поняли, приехал я на шахту, и пока что без понятия, сколько нужно заработать. Переодеваемся в рабочую форму и погнали копать руду. Здесь все просто, смотрим, куда бегают все остальные, и повторяем их действия. Не знаю, сколько я ходок сделал, но в чате пишет, что я добыл 304 килограмма. Забираем свою зарплату, и мне зачислили 1500. И уже слева внизу вижу, что мой прогресс 76%. Нужно еще немного подформиться. Относим еще 185 килограмм, и получил я 925 рубасей, плюс бонусом 2000 за выполнение самого квеста. Ну а следующее задание — это получение водительских прав. И кстати, спасибо подсказкам, где тут находится аренда, а то я с непривычки путаюсь. С помощью навигации и моего красивого мопеда я все-таки добрался до автошколы. Ну и опять я начинаю тупить. Где здесь метка, чтобы на права-то сдать, а? Задаем вопрос хелперам, и как назло, первым находим решение. Стоимость сдачи 600 рубасей, и нас сразу же телепортировало в машину. А где там вопросы на знание ПДД, я не понял. Начинаем движение, и мне сразу же прилетает штраф за то, что я не пристегнул ремень безопасности. Так что не совершайте моих ошибок, нужно обязательно пристегнуться. Начал я ехать себе по чекпоинтам, и вот на этом перекрестке совершил вторую ошибку. Кроме того, что я поехал не в ту сторону, я еще не остановился перед знаком стоп. Это нужно делать вот так. Спокойно подъехал, подождал секунду и вперед. Но из первой попытки я, понятное дело, не сдал. Зато со второй все прошло успешно. Главное — пристегнуться и внимательно смотреть за знаками стоп. Награда за задание 500 рубасей и 1 XP, и можем спокойно перезаходить в игру. Не знаю, как вам, но мне так удобно. Экономим реально много времени. Теперь мы должны устроиться на работу водитель автобуса и проехать 2 полных рейса. В принципе, все понятно, и выдвигаемся в путь. Центр занятости находится в Арзамасе, и подбегаем на эту метку. Вот работа водитель маршрутки, и доступна со второго уровня. В смысле нужна медкарта? А почему мне заранее не сказали? Ну хоть радует то, что за пару квестов я уже апнул второй левел. Админы мне ответили, что медкарта получается в больнице и стоит 5000. На моем балансе чуть меньше, и давайте отправимся на самую ближайшую работу. Это у нас завод, и тут все максимально просто. Сначала берем металл, потом делаем продукт и сдаем его на ленту. Не знаю, много это или мало, но за 5 минут я заработал 1500. А это у нас уже центральная больница, где мне нужно добазариться с врачом. Ну вот, можешь, пожалуйста, мне медкарту дать? Я второй день уже пытаюсь словить. О, как же мне фартануло! Тыкаем слева на 3 точки и соглашаемся на игре. Возвращаемся в центр занятости и устраиваемся на работу водитель маршрутки. Минут 10 я потратил на то, чтобы найти место, где же арендовать автобус. И знаете что? Если бы не игроки, я бы реально не догадался.
В смысле, где вы устроились? Ты еще на работу не устроился? Аренду взять вон там, вон за углом. Ох ты ж мое солнышко, спасибо! Выбегаем за угол, и пускай у нас будет междугородний маршрут. А, стопэ! Нам же главное отъездить 2 полных рейса. А насколько я знаю, междугородний самый длинный. Так, ребятки, я столкнулся с одной проблемой. Эту махину под названием автобус нужно заправлять. Да и вообще, я уже проехал реально всю карту. Когда уже будет конец маршрута? Ах ты ж ё-моё, я совсем забыл покушать, и у меня тупо закончилось ХП. Зато заработок, я вам скажу, 23 тысячи меня радует. Не будем совершать прошлые ошибки, и в этот раз перед работой хорошо покушаем. Ну и разумеется, выбираем городской маршрут. Ох, ребятки, это было сложно, но я справился. Особенно, когда я подрезал каких-то бандитов, и они меня чуть не задэмили. Еще во время маршрута пришел пейдей, и мне зачислили зарплату именно на банковский счет. За само задание я получил 2000, ну и конец работы. Зарплата почти 9 косарей. Ну и что ж, давайте уже поплаваем. Следующее задание, нам нужно купить обычный телефон. Для этого подбегаем к банкомату и снимаем все свои заработанные деньги. В ближайшем сотовом салоне цена за вход 5000. И что уж-то поделать, заходим. Сам телефон стоит 7350, и я успешно выполнил задание. Только свой мобильный номер не покажу, а то будете по-любому наяривать. Малфой! Дальше у нас по заданию прикупить себе какой-нибудь автомобиль. Но я сомневаюсь, что моих 13 тысяч на руках и еще 9 в банке на это хватит. Так что в следующей серии придется нормально так попотеть. Давай, братишка, залетай ко мне на хасл, будем вместе развиваться.